В этом году... Сейчас. Надо... Давай посмотрим, что там. Это ребята от Бурятии до Калининграда. Что я говорю вообще? Какие ребята от Бурятии? Человек от Бога, ребята от Бурятии. От Бурятии на востоке. Сейчас еще раз, давай. Образовательных проектах, связанных с математикой и естественными науками. Это летняя математическая школа в Адыгее. Так что там летняя математическая школа? Сначала. Так не, а про летнюю школу то что? Что? Ну я... Что вы запнули, Сергей Евгеньевич? В смысле, нормально это было? Да, отлично, давайте обратно. Значит, мы сказали про то, что турнир это хорошо. Про географию сказали. Про членов жюри методической комиссии сказали. Да. Сейчас скажем про командную олимпиаду. Пожелаем всем удачи. И все. И встретимся с ними на жеребьевке. Все или еще что-то? Ну, по идее, все. Про жюри мы что скажем? Каждого представим? Да. Подожди, я ничего не сказал. Добрый день, дорогие... Нет, стоп, у нас же доброе утро. Давайте. Добрый день, дорогие друзья. Фальс старт. Доброе утро, дорогие друзья. Добрый день, уважаемые ребята, родители, руководители команд и члены нашего многоуважаемого жюри и методической комиссии. Мы рады приветствовать вас на церемонии открытия 15-го Южного математического турнира. Приветственное слово предоставляется председателю оргкомитета турнира, ректору Адыгейского государственного университета Мамию Дауду Казбековичу. Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня мы открываем 15-й Южный математический турнир. Организаторами турнира являются Кавказский математический центр Адыгейского государственного университета, Республиканская естественно-математическая школа и образовательный центр Полярис Адыгея. Предыдущие 14 турниров прошли во Всероссийском детском центре «Орленок» и проходили они в рамках Всероссийской смены «Юный математик». В этом году, к сожалению, мы не можем провести турнир в Орленке. Но мы не могли его и не провести в этом году, потому что он все-таки юбилейный. А что самое главное для участников турнира? Конечно же, это решение задач. И члены методической комиссии постараются сделать все, чтобы эти задачи были очень интересными и понравились всем участникам. Я желаю вам... получить большое удовольствие от решения задач турнира и от участия в нем. Турнир получится. В этом году заявки на участие в турнире подали более 80 команд со всей страны. География турнира широка. От Бурятии на востоке до Калининградской области на западе. От северной столицы Санкт-Петербурга до южной математической столицы Майкопа. Слово предоставляется координатору турнира Бойченко Сергею Евгеньевичу. Южный математический турнир – это не единственный проект, который проводится в Адыгее. У нас есть замечательная летняя математическая школа, в которой вы можете принять участие. Она проводится в июле месяце, и в этом году впервые она прошла в дистанционном формате. Ребята из многих регионов России, в том числе из зарубежных стран, смогли принять в ней участие. Всероссийская смена «Юный математик» в Всероссийском детском центре «Орленок». Это мероприятие, которое проводится уже 16 раз в этом году. Она прошла, как обычно, в сентябре. И на эту смену тоже можно подать заявку и в ней участвовать. Ноябрьская математическая образовательная программа в образовательном центре «Сириус» проводится для всех детей, для детей юга России, 15 регионов юга России. Ребята, которые участвуют в нашем турнире, тоже могут в этой смене участвовать. Ну и, конечно же, наш международный проект – это Кавказская математическая олимпиада. Олимпиада, которая проводится для ребят юга России, стран Кавказа и Причерноморья. В этом году она проходила в марте месяце в Майкопе, в следующем году снова в марте.
марте месяце мы ждем участников этой Олимпиады. Ребята из разных стран приезжают на эту Олимпиаду и получают удовольствие не только от решения задач, но и от того, какая интересная культурная программа реализуется на этой Олимпиаде. Желаю удачи всем на этом турнире. В этом году турнир впервые пройдет в дистанционном формате. Но мы надеемся, что он, как и 14 предыдущих турниров, будет таким же солнечным, таким же теплым и таким же добрым для вас, дорогие участники. Над задачами и математической составляющей в этом году трудятся наши члены жюри и методической комиссии. Давайте познакомимся с ними. Председатель оргкомитета Мамей Дауд Казбекович, ректор Адыгейского государственного университета. Председатель жюри Емельянов Лев Александрович, старший преподаватель кафедры высшей математики Калужского филиала МГТУ имени Баумана, член жюри Всероссийской олимпиады школьников по математике. Богданов Илья Игоревич, доцент Московского физико-технического института, кандидат физико-математических наук, член жюри Всероссийской олимпиады школьников по математике, член задачного комитета Международной математической олимпиады, член тренерского совета Национальной сборной команды России по математике. Бойченко Сергей Евгеньевич, старший преподаватель кафедры прикладной математики, информационных технологий и информационной безопасности Адыгейского государственного университета. Бондарев Иван, студент факультета вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета имени Ломоносова. Брагин Владимир Алексеевич, член жюри Московской математической олимпиады, трехкратный победитель Всероссийской олимпиады школьников по математике, золотой медалист Международной математической олимпиады 2009 года. Буланкина Вера Валерьевна, учитель математики школ 2007 и 2101 города Москва, педагог дополнительного образования школы 444 города Москва, член жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике в Москве. Волчонков Сергей Геннадьевич, доцент Ярославского государственного университета имени Демидова, кандидат технических наук, член жюри Всероссийской олимпиады школьников по математике и информатике. Голованов Александр Сергеевич, преподаватель физико-математического лицея номер 30 города Санкт-Петербурга, член жюри Всероссийской олимпиады школьников по математике. Дергачев Евгений Андреевич, выпускник факультета математики и компьютерных наук Адыгейского государственного университета. Дидин Максим Александрович, педагог дополнительного образования физико-математического лицея номер 5 города Долгопрудный, член жюри Всероссийской олимпиады школьников по математике, золотой медалист Международной математической олимпиады 2014 года. Иванов Погодаев Илья Анатольевич, научный сотрудник кафедры высшей математики Московского физико-технического института, лауреат премии «Молодая математика России» 2015 года для молодых ученых-кандидатов наук. Карпенко Юрий Александрович, старший преподаватель кафедры алгебры и геометрии Адыгейского государственного университета. Кожевников Павел Александрович, доцент кафедры высшей математики Московского физико-технического института, член жюри Всероссийской олимпиады школьников по математике, член тренерского совета Национальной сборной команды России по математике, кандидат физико-математических наук. Кузнецов Дмитрий Юрьевич, эксперт школы информационных технологий и математики при Центре довузовской подготовки Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, Нижний Новгород. Кузьменко Юрий Владимирович, ассистент кафедры высшей математики Московского физико-технического института, преподаватель физико-математического лицея номер 5, город Долгопрудный. Куприенко Наталья Николаевна, старший преподаватель кафедры алгебры и геометрии Адыгейского государственного университета. Кухарчук Иван Андреевич, студент механико-математического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Лопес Космы Нерис Иосваниевна, сотрудница Республиканской естественно-математической школы. Попов Леонид Андреевич, методист Центра педагогического мастерства, учитель школы номер 444 города Москва, тренер сборной Москвы на Всероссийской олимпиаде школьников по математике.
Резников Андрей Владимирович, старший преподаватель кафедры прикладной математики, информационных технологий и информационной безопасности Адыгейского государственного университета, кандидат физико-математических наук. Скоркин Аркадий Юрьевич, ассистент кафедры алгебры и геометрии Адыгейского государственного университета. Токарев Сергей Иванович, педагог Ивановского центра развития детской одаренности, заведующий отделом задач в журнале «Математика в школе». Челноков Григорий Ревенович, преподаватель математического факультета Высшей школы экономики, член тренерского совета Национальной сборной команды России по математике, член жюри Всероссийской олимпиады школьников по математике. Чулков Дмитрий Валерьевич, студент механико-математического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Южаков Олег Иванович, директор Центра дополнительного математического образования город Курган, член жюри Всероссийской олимпиады школьников по математике. Сейчас вам предстоит принять участие в командной олимпиаде. Она станет первым соревнованием на пути к пьедесталу почета. Не все команды успешно пройдут через нее, но мы хотели бы пожелать вам всем удачи и напомнить, что вы все уже победители. Сегодня в 17:30 в такой же трансляции на YouTube вы узнаете, прошла ли ваша команда в первый тур нашего турнира, и также узнаете, кто станет вашим первым соперником. До новой встречи! Пока!